В этом году Чувашия стала одним из лучших регионов России по выполнению плана осеннего призыва на воинскую службу. Штабом Центрального военного округа Чувашской республики было установлено задание по призыву в количестве 1223 призывника. План призыва выполнен в полном объеме. Вооруженные силы Российской Федерации было направлено 963 человека, в другие войска и воинские формирования 260 человек. Всего на призывные пункты пришли более 5500 военнообязанных. Все они прошли медосвидетельствование. Из них почти 4000 были признаны годными к военной службе. Чуть более 1% оказались негодными по состоянию здоровья. Надежда Прокопьева отметила, что уже через месяц начнется подготовка к весенней кампании. До этого момента необходимо решить проблему нехватки медицинских кадров в призывных комиссиях.